о финансировании ремонта вот этой кровли программы я узнал с сайта «Твериград». Ну и, конечно, условия вычитал там. Я узнал с департамента ЖКХ, что у нас не поднят тариф по содержанию дома, который требуется хотя бы 12 рублей. Так и как крыша стала течь, так и это повалилось все, вся штукатурка и эта побелка. Что в этой комнате, весь угол по стене, вот и туда, к соседу вниз, по застенке вот течет. Я боюсь только опять это, как дожди идут, замкнет провода здесь, прямо на выключатель. Действительно, требуется ремонт, капитальный ремонт полностью дома. Но в данный момент более больной вопрос у нас — это кровля. Хотя бы вот мы надеялись, что поставят нас хоть по кровле отдельно в эту программу, да, там областной или как она, губернаторская, или по 185-му. Ну, ни туда мы не попали. Везде писали, обращались, и сейчас ходят, пишут, ну и что? Ни ответа, ни привета, ничего нет. Подождите, подождите, перейдем в Золотая. Вот недавно они же, сами управляющие, или кто там главный инженер был, мастер, посмотрели и сказали: не волнуйся, бабуля, мы придем, все залатаем. Вот до сих пор все латают, приходят, а дожди-то каждый день идут. Ну, если вот так посмотреть кровлю, вы видите, шифер выезжает, там отколыши. Естественно, это таяние снега, все это заливается в чердак. Ну, а чердак, конечно, заливается, да, второй этаж, ну и течет вплоть до первого этажа. Так там они сказали, что там все прогнило. Я не знаю, балки или доски, я не понимаю это. Мастер сам лазил на чердак и все смотрел. И сказал, там невозможно, там надо срочно крыть крышу. Все. Ну, пока ответов однозначно никаких не поступило. Действий ноль в итоге. И недавно вот опять был, 2 недели назад. Ну, пока молчком все. Что ждать, пока мы сами именно не знаем.